Улицы Магадана продолжают посыпать песко-соляной смесью, из-за оттаявшего снега в помещениях постоянно грязно. Такое мнение жители областного центра высказывают в социальных сетях в последнее время. Однако сотрудники комбината зеленого хозяйства не посыпают дороги с начала зимы. Так называемый черный снег образуется в результате потепления. Данное потепление вызвало активную работу той песко-соляной смеси, которая была насыпана на дороги и тротуары еще в начале зимы. Как вы помните, у нас был дождь, а потом это все замерзло, был лед, было очень-очень скользко. И проводили обработку противогололедным материалом, в составе которого обычный речной мытый песок, соответствующий ГОСТу, и соль техническая, которая тоже соответствует ГОСТу. Данная смесь сделана в пропорции, которые требуются по ГОСТу, и обработка производилась по мере необходимости, но не реже там раз в 10 дней, как потому предписывают ГОСТы по обслуживанию дороги. По словам Алексея Гаврилова, оттепель привела к активной работе песко-соляной смеси. Из-за этого там, где проезжали машины, получалась каша из черного снега. Химию и реагенты коммунальщики не использовали, уточняют специалисты. Сотрудники КЗХ и ГЛУТ активно убирают снежную массу, расчищают дороги и дворовые территории.